Ну что, наконец-то мы на кухне и готовы приступать, по-моему, к завтраку. Да. Девочки, это была моя мечта. Я возлюбила. Ты понимаешь? Да, классно. Мне сегодня тупо повезло, да? Ты сможешь с вами работать? Ну, я переживаю, если честно. Тебя может не трогать лишний раз, да? Нет, трогайте. Лучше трогайте, да. Трогайте побольше. Мы можем за тебя сегодня все делать. Да, так будете и будете делать, и будете делать. Сегодня мы приготовим пасту. С буратой и с трюфельным маслом. Боже, мое любимое трюфельное масло, да. Шикарное. Трюфельное масло купил? Да, все есть. Бурату купил? Да. А где ты это все купил и как? На рынке. Посмотрим? Давай глянем. Давайте. Сегодня у нас будет итальянская паста. И возьмем самый знаменитый итальянский сыр бурата. Смотрите. Для нашей итальянской пасты давайте возьмем самые настоящие итальянские ингредиенты. Вот пассата, обязательно вяленые томаты и каперсы. Если мы уже готовим итальянскую пасту, давайте тогда возьмем тертый пармезан. Вот она. Тут реально огромный выбор пасты, как всегда, у меня глаза разбегаются. Но сегодня я хочу купить вот такую фетучелле. Для нашего итальянского завтрака обязательно возьму микрогрин. Смотри. Это идеально, это свекла. Очень хорошо будет выглядеть на нашей бурате. Для нашей итальянской пасты осталось купить только базилик. Это итальянский ингредиент. И еще нам понадобится обязательно чеснок. Идемте домой и будем готовить итальянскую пасту с буратой. Для приготовления пасты с буратой и трюфельным маслом понадобится паста 150 грамм, сыр буратта 1 штука, трюфельное масло пару капель, томатный соус пассата 150 грамм, вяленые помидоры 4-5 штук, оливковое масло 30 грамм, сыр пармезан 20 грамм, каперсы плоды 2-3 штуки, чеснок 1 зубчик, специи итальянские травы, базилик пару листиков, бальзамический крем, соль, черный перец, сахар. Да, действительно, ты все купил. Можем приступать. Тогда начнем с пастой, да? Сначала его надо сварить. Угу. Солим воду. А ты пока раздави нам чесночок. С удовольствием. Да? Прям на сковородку можно, да. Давай. Не знаю, сколько солить. Сейчас посмотрим, насколько ты влюблена. Тогда вот это вот все сейчас. Настолько? Да. Все? Я думаю, хватит. Да? Три щепотки. Вот эта вот манера половину чеснока выбрасывать, не знаю. И давай сразу пасту. Давай. Смотри, какую сегодня мы купили. Столько нам хватит, я думаю. Все. Ждем, пока нагреется сковорода, потому что надо чеснок хорошо пожарить. Давай пока нарежь вяленые томаты. Знаешь, понимаю. Как у настоящих, мне кажется, кулинаров, у них на кухне все вещи такой беспорядок, а потом все это сгребается в кучу. Уже чеснок золотистого цвета. Заливай сюда пассату и обязательно вяленые томаты. И надо вот добавить итальянские травы. Щепоточку. Mm-hmm. Вот этот рецепт я сам придумал, представляешь? Класс. Да. Потому что я люблю и пасту, и бурату, и очень люблю вот этот томатный соус на макаронах. Посолим немного. Добавим черный перец, да. Ой, как пахнет. Скажи. Уже. Италия. Да. Все. И смотрите, девочки, наш томатный соус уже практически готов. Чуть-чуть давай добавим сахар. Ну чуть-чуть на сколько? Я уже могу. Ну вот так вот щепоточку, да. Ты видел эту да, мощную да, щепоточку? Да. Не, хватит, хватит. И добавим чуть-чуть крем-бальзамик. И давай, Анечка, идем с тобой на задание. Давай. Куда идти? Сливаем. А. Бери. Шлак? Шлак? Да. Ну, и не знаю, я пока сливаем. Делаю вещи, я тоже работаю. Опа, есть. И будем собирать пасту, да? Смотрите, вот сюда. Вау. Королевская порция. Ну да, Настюша, давай соус. Да. Класс. А трюфельное масло? Сейчас польем. Сверху давай вот бурату. Прямо руками? Прямо руками бери, и я хотел Бурата бы его... Бурата очень хорошо дружит с руками. Да, она очень. Она просто такая нежная. Нежная, нежная, и я бы его вот хотел бы разрезать пополам. И так поставить. Это будет вытекать? Да, смотри. Это будет вытекать, смотри. Вот так. Брутально. Брутально, да. Базилик и вот твоя трюфельное масло. Давай. Вот сейчас можешь себе добавить. Супер. Так? Да. Пару каперсов.
вот сюда. Да. Капаем крем-бальзамик именно на сыр. Смотри, у нас получается человечек. Это его прическа, это да. Сиси, а это ножки. Давай, давай, нажимай. Не бойся. Еще, еще, еще. О, класс. И вот, смотрите. Наша паста в итальянском стиле у меня в руках. Будем завтракать. Рецепт пасты с буратой и трюфельным маслом. На сковороде на оливковом масле обжарьте мелко нарезанный чеснок. Добавьте соус пассата, вяленые томаты, соль, черный перец, сахар, итальянские травы, бальзамический крем. Доведите до кипения, чтобы соус начал густеть. В соленой воде отварите пасту до консистенции альденте. Слейте жидкость, пасту выложите на тарелку. Полейте томатным соусом, трюфельным маслом, бальзамическим кремом. Выложите бурату, украсьте листьями базилика и плодами каперсов. Пришло время завтракать. Давайте. Но мне кажется, что сыром надо посыпать. Да, да, вот очень хочется. Да. Вот так какую-то полоску сделай. Поздно. Ну, поздно. Все. Давай тогда. Засыпай, засыпай. Все должно быть в пармезанчике. Ну, конечно, потому что пармезан надо на итальянскую пасту, понимаешь? Ничего страшного. Как говорится, пармезаном кашу не испортишь. Это точно. Мы не заучили. Так, все? Ну что? Поехали? Поехали! Ну давайте, вы первые. Мой самый любимый момент в передаче. Да? А я сырочек. Сейчас даже надо накрутить. Боже, нет октябрьского. Столько много еды остается. Бурата с трюфельным маслом – это просто фантастика. Это же мы все делаем очень долго, да? Долго, да. Идеально. Смотри. Идеально. Вкусно? Так, все. Скажи. Потрясающе. Это реально круто. Это очень вкусно. Очень хорошо сочетается буррата с макаронами. Очень. Это все идеально сочетается. Это все идеально вкусно. Ну что, приятного аппетита? Всем приятного аппетита.